Доброе утро, меня зовут Дмитрий Мурзин, а это моя прекрасная помощница Алена. Сегодня еще одно секретное упражнение, называющееся, внимание, попа-ножницы. Акцент здесь будет именно на то место, которое мы сейчас услышали. Для этого нужен коврик, ну и, собственно, желание. Теперь ложимся на живот. Угу. Я буду следить внимательно, чтобы все было правильно. Руки кладем перед собой, перед головой, и на них складываем подбородок, чтобы шее и голове было удобно. И вообще всему верхнему сегменту тела тоже. Работать будет нижний сегмент, а конкретно то, что ниже талии. Ножницы. Мы снова представляем, что наши две ножки – это ножницы, и мы начинаем ими резать воздух. Угу. Вот в таком вертикальном положении. Здесь длинного движения у вас не получится, не вздумайте ноги сгибать в коленях, потому что иначе это будет работа бицепса бедра. А нам нужна ягодичная, вот эта вот наша всеми любимая мышца, которая очень часто нуждается в апгрейде. Вот сейчас апгрейд для ягодичных мышц. Дышим произвольно, короткое дыхание, вдох-выдох, вдох-выдох, чтобы у вас на каждое движение какое-то происходило вдыхание или выдыхание. Обязательно не задерживайте его, дайте ему свободу. Угу. Одновременно не просто двигаем ногами, а акцентируем напряжение ягодичных мышц, которыми, собственно, все это движение и производится. Просто нужно их акцентировать, чтобы ногам была меньше часть работы, а ягодичным больше. Угу. Хорошо. После этого можно немножко отдохнуть, потому что, несмотря на короткую амплитуду и кажущуюся простоту, это упражнение, ну, скажем так, мало вам не покажется. Поэтому можно отдохнуть, особенно с непривычки. Хорошо. А затем будет второй эпизод, когда те же самые ножницы режут воздух уже, да, вы догадались, горизонтально. Раз, раз, вжик, вжик, как Миронов пел, да? Выноси готовенького. Если очень делать долго это и старательно, то можно будет выносить готовенького, потому что напряжение и ментального в том числе, и физического на конкретную точку будет немало. Но тем не менее, останавливаемся тогда, когда вам покажется, что хватит на сегодня. Не прерываем дыхание. И с каждым разом, уверяю вас, у вас будет получаться все интереснее и интереснее, все лучше и лучше. Даже у мужчин. Упражнение, в принципе, чисто женское, но, как мы договорились, таких не бывает в природе. Поэтому то, что женщинам полезно, вполне могут делать и мужчины. Но вот для женщин это вообще самое то. Попадание просто в центр десятки. Каждое утро начинаем с одного из этих вариантов, и вы посмотрите и удивитесь, что будет с вами через, ну, даже не через месяц, уже через 2 недели. Удачного дня!